Погодные условия стали причиной того, что Каркаралинский район остался без света. В результате шквального ветра произошло падение опоры линии электропередач. Авария произошла в минувший понедельник. В результате населенные пункты Каркаралинского и частично Бухаджирауского районов остались без электроэнергии. В Каркаралинском районе оставались без электроснабжения населенные пункты в Каркаралинск, поселок Карахайлы, Гендебулак, село Абай, Балкантау, село Мади и так далее. На всех объектах органов управления и социально значимых объектов электроснабжение не прекращалось. Были задействованы автономные источники электроснабжения. Жертв и пострадавших нет. Сегодня утром ремонтно-восстановительные работы завершены в полном объеме. Ведется подготовка к запитке потребителей электроэнергии. На ликвидацию аварии были задействованы аварийные бригады Караганды-Жарык в составе 30 человек. Привлекалось 12 единиц техники. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».